Здравствуйте. Кубок сам по себе, как матчи на вылет, это интригующе. А финал кубковый – это кубок в квадрате, если угодно. Меня зовут Юрий Розанов. Василий Соловьев, мой коллега, нас ждет захватывающий футбольный матч. «Спартак» и «ЦСКА». То, что будет, это понятно. А биток-то на трибунах, он гарантирован просто одной вывеской, правда? Это главная московская вывеска футбольная на Севекова. Представить вам судью нашего поединка Алексей Бараховский. Вот как его зовут. Мяч еще в центральном круге. Готовьтесь, у нас впереди два тайма весьма интересного поединка. Только главное не думать слишком долго, потому что выбор очень велик. Продолжим. Удар! Ах, какая отличная техника вратарская. Намертво ловит мяч. Жесткая борьба за мяч продолжается. Передача по флангу. Загоев. Некое подобие стенки. Знаете, часто режиссер даже не показывает этот момент. Ну, удар себе, удар. Тренер все хвалит, а хвалит этого футболиста. Ну и вправду, тут набрал приличную форму. Очень интересно, дотянет ли он в таком состоянии до конца сезона. Ведь играет так сейчас, что хоть и не улучшай, вот так оно пойдет. Думаю, опасный момент. Ну что ж, вздохнем и посмотрим, как команда угловой подаст или разыграет. Флаг арбитра, положение вне игры. И кого теперь интересует, что игрок впал, не мог забить? Совершенно логичное решение. Тут головой нужно было играть, так и сыграно. Хорошо располагается защитник на пути мяча. Хорошо. Кирилл Набабкин.
Проверил свисток судья. Не засорился. Все в порядке. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. А Бабкин. Свисток, судейский фол. Алан Загоев. Опасно! Еременко! А может быть и не повезло немножко, потому что все вроде бы делают правильно. И я не понимаю, почему мяч полетел, так сказать, так слабо, да еще и не туда. Ну как, голова круглая, мяч тоже. Точка соприкосновения. Это очень тонкий момент. Через вратаря мяч оказывается в сетке. Давайте посмотрим еще один повтор этого замечательного гола. Этот перехват – награда за его старания. Не надо смотреть, не надо искать, а этот пас отдать. Надо двигаться. И вот такие минуты защитник как раз и кажется атлетом, который вот этим мощным ударом разряжает обстановку и спасает команду. Может и претензии защитникам выскажет. Далеко-то далеко, но бить все равно позволит. Любой подкат – это непростое решение для арбитра. Васин. Алан Загоев. Загоев. Еременко. Это шанс.
поднят флаг бокового арбитра. Положение вне игры. Ну, в этой атаке процент брак пока минимальный. Загоев. Ну, и вот видите вы, что команда уже опять с участием. И арбитр фиксирует взятие ворот. Это гол, Юр. Я даже думаю, что вратарь не понял, что происходит. Да, между прочим, вот эта передача. Хорошо, что еще забивавший на нее откликнулся. Я лично не ожидал такого паса. Загоев. Щенников. В дальней дистанции решаются на удар. Ну и вратарь к этому готов. Поддержал, потому что одному. И вот он, удар по воротам. Удар и вынимай. Дубль 2. Немножко не похожий на первый, немножко другой. А мы ждем продолжения. Этот мяч стоит того, чтобы увидеть его еще раз. И еще, и еще. Продолжают забивать и забивать. Дается игра. Алан Загоев. Щенников. Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коротке. Загоев. Вот шанс забить. И этот удар не принесет ничего, потому как он не точный. Не удалось игроку добиться своего. Мяч у него отобрали. И кто подберет его теперь? Еременко. И атака развивается флангом. Можно верхом, можно низом. Как хочешь, абсолютно. Быстро.
быстрый переход в атаку. Это нужен. Здесь тоже очень важно занять позицию. Очень уверенно. Вратарь, вытянувшись в струну, мяч этот забирает. Положение вне игры, и судейский свисток заканчивает эту атаку. Загоев. Кирилл Набабкин. Забирает мяч защитник. Это даже не перехват, это просто подарок какой-то. 11 метров до ворот после короткой паузы. Без шансов для вратаря пробивает. Получите, распишитесь. Очень хорошее, уверенное исполнение пенальти. Не по учебнику, конечно, но тоже неплохо. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Стойку, и игра продолжается. Набабкин. Еременко. 4 гола в пропорции 3 к 1 были забиты в первые 45 минут. Надеюсь, не слишком много. Ну и для того, чтобы выиграть турнир, осталось дотерпеть 45 минут или играть так, как в первом тайме 45 минут. Это, как говорится, вас не наше дело, правда? Наше дело отсматривать и комментировать эти 45 минут. Матч необыкновенного накала, матч интереснейший, и перед вторым таймом в нем есть лидер. Футболисты на своих позициях, судья на своей. Думаю, что последние зрители, спешащие из буфета, занимают свои. Начинается второй тайм. Надхо. Продольными передачами это зовут. Загоев. Алан Загоев. Под мяч или что-то другое не сложилось. Во всяком случае, результат мы видим совсем-совсем не точно. И, видимо,
слишком хотел он забить свой третий мяч сегодня, но промахнулся. Время есть еще, может и удастся. Еременко. Возвращает мяч партнеру. Может быть много вариантов при ауте. Дошич. Покинул мяч в пределы поля и вернется после того, как игрок выбросит его из ворот. Перехват, награда за его старание. Ах, какая отличная техника вратарская. Намертво ловит мяч. Совсем не точно. Еременко. Дошич. Тут можно сказать, что и на коротке. Соперник теряет мяч в середине. Надхо. Щенников. И обратно. Подхо. А это даже можно назвать и стыком. Загоев. Еще в игре. Транзитом через вратаря мяч оказывается в сетке. То, о чем мечтает каждый футболист, каждый хоккеист, каждый спортсмен игрового вида. Хет-трик. Шляпы летят на поле, на лед, ну это в переносном смысле. Третий гол за один вечер – это всегда мечта. Мечта, которая сегодня стала явью. Похоже, тренер готовится сделать замену. Ну, увеличивается разрыв. Нахо. Впечатление такое, что линзы контактные какие-то новые поставил игрок, потому что, ну, вдвое он зорче, чем в первом тайме. Щенников. Часто говорят, передернули, да? Щенников. Надхо.
гол. Забили все. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. И посмотрите, как переживает. Сочный удар. Жаль, что не достиг он цели. В динамике выглядело довольно опасно, но по сути это удар по воробьям. Идет второй тайм, и надо отбиваться, в том числе и с помощью новых игроков. Загоев. Вернблом. После рикошета мяч оказывается за пределами поля. Флажок лайнсмена показывает, будет угловой. Вряд ли мы с вами ошибемся, если предположим, что скоро будет замена. Дьюф. На хорошей скорости, между прочим, с мячом почти как без него двигается. Щенников. Никто не хочет уступать. Ни одного мяча, ни одного метра. Отскакивает мяч от игрока и уходит в аут. Тошич, Вернблом, Васин. Команда будет вводить мяч из-за боковой линии. Кирилл Набабкин. Удар! Отбивает мяч вратарь, но атака не завершена. Передача по флангу. Можно так сказать, что и принял удар на себя. Вернблом. Полета. Упущен момент. Штанга играет за голкипера. Пас головой. А что дальше? Не слишком ли высоко, не слишком ли долго летит мяч? Жано Ананидзе.
И вот он, удар по воротам. В следующий раз должно быть попадет, но будет ли он в следующий раз? Вполне логично, замена, когда команде нужно добавить напора, страсти, скорости, а может быть, и взгляда со стороны. Перехватывают мяч спартаковцы. Игрок поспешил и залез в офсайд. Олисе. За боковую мяч попал, оттуда же и будет возвращен в игру. И снова игрок завладевает мячом. Васин. На Бабкин. Вернблом. Времени для того, чтобы выверить навес, есть достаточно много. Опасный момент. Какой грандиозный сейв. Вратари часто и забивают. И вот случай как раз такой. Он пришел не для того, чтобы забили ему. Правда? Очередной корнер. Олисе. Спасает голкипер ворота, но придется еще ему стараться. И пошел вратарь. Время такое. Посмотрим, что принесет этот угловой. Спокойно, без нервов, без лишней помпы, вратарь фиксирует мяч. Васин. Передача не прошла, есть время отдышаться. Вот это мы и называем плотностью игры. Таким мощным ударом. А куда попало? Это понятно. От греха. Но ведь команда спасена. Васин. Вернблом. Соперник теряет мяч в середине. Дьюф. Вернблом. И все. И все, матч окончен. Потрясающая игра. И команда победителя известна. Хочется поздравить всех, кто в этой победе участвовал. И тех, кто болел за эту команду, и тех, кто действительно ей помогал. Хотя поддержка фанатская – это тоже важный аспект. Молодцы, ребята. Мы, в общем, верили в это.
Гол! Удар и гол. Удар и вынимай. Алан Загоев. Гол! И мяч в воротах!